Гречка по-купечески с мясом и грибами. Вкусное и сытное блюдо, которое готовится достаточно быстро и с использованием всего одной сковороды. А это не может не радовать, правда ведь? Это, наверное, единственный вариант приготовления гречки, который действительно нравится моим домочадцам и который всегда получается очень вкусным. При этом не скажу, что это очень дорогое блюдо. Мяса здесь совсем немного, так же как и грибов, но в сочетании с гречкой получается очень питательно и сытно. Такое блюдо можно приготовить сразу на большую семью, и все останутся довольны. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты, овощи и грибы очистите и промойте. Мясо порежьте на куски небольшого размера. Лук мелко порубите, количество лука можете увеличить или уменьшить по своему вкусу. Морковь нарежьте соломкой. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте на сковороде в течение 5-7 минут, чтобы оно слегка схватилось. Затем добавьте лук и морковь, перемешайте и жарьте на среднем огне минут 5. В последнюю очередь добавьте в сковороду нарезанные средними кусочками грибы. Жарьте содержимое сковороды, время от времени помешивая, до мягкости грибов. В это же время добавьте соль, перец и паприку. В сковороде уже готово мега вкусное блюдо, и его можно подавать к любому гарниру, но мы продолжаем готовить. Всыпьте в сковороду гречку. Залейте водой, чтобы она примерно на 1,5-2 см покрывала содержимое сковороды. При этом гречку можно перемешать с мясом и грибами или не перемешивать. Мне больше нравится в перемешанном виде. Готовьте блюдо под крышкой до готовности гречки, примерно 12-20 минут. Блюдо готово. Подавайте горячим. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Свинина 400 грамм, грибы 300 грамм, морковь 1 штука, лук репчатый 1-2 штук, гречка 1 стакан, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец черный молотый 1 щепотка, паприка 1 чайная ложка, количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!